18 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембан и новоназначенного менеджера банка по Азербайджану Навида Хасана. Как сообщает Азертач, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембан отметила, что между Азербайджаном и Всемирным банком существуют тесные партнерские связи, выразила признательность главе государства за успешное сотрудничество. Мерси Тембан отметила, что в период падения цен на нефть страны столкнулись с экономическими трудностями, сказала, что несмотря на это, важен экономический подъем. Подчеркнула важность этой точки зрения финансирования дополнительных источников. Мерси Тембан выразила готовность Всемирного банка поддержать Азербайджан, отметила необходимость рассмотрения возможностей в различных сферах, в том числе в сельскохозяйственном секторе. Отметив очень важное значение развития ненефтяного сектора, глава государства сказал, что в Азербайджане проводится большая работа в этой сфере. На встречу с удовлетворением было подчеркнуто долговременное успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком. Отмечалось, что до настоящего времени была проделана работа над более чем 50 проектами по закладке магистральных дорог, улучшению услуг водоснабжения и канализации, жизненных стандартов вынужденных переселенцев, системы юстиции и другим сферам. 40 из них успешно реализованы. В ходе беседы был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества между нашей страной и Всемирным банком.